В метро Кёльна распылили газ. 15 пострадавших. Пожарная бригада прибыла на место происшествия. Полиция ищет злоумышленников. Другие детали происшествия пока не сообщают. В метро Кёльна распылили газ. Пострадали 15 человек. Как сообщает Спигл, нескольких пострадавших госпитализировали. Пожарная бригада прибыла на место происшествия. Полиция ищет злоумышленников. Другие детали происшествия пока не сообщают. В Париже полиция применила газ на акции протеста. Ранее в школах городов Васильков и Белая Церковь Киевской области на перемене в коридоре подростки распылили слезоточивый газ. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.